Хохотюк продолжает разваливать страну, продолжает укреплять свое внимание, влияние в парламенте. Значит, на сегодняшний день он не смог сломать часть депутатов ЛДПМ, и им сказали, что, ребят, окей, уходите как бы просто из парламента, отказывайтесь от своих мандатов, потому что следующие, которые зайдут, мы как бы с ними уже договорились. Поэтому отказался от мандата председателя района Аненского района, значит, плюс откажутся еще несколько человек, значит, Плохиш себе натягивает парламентское большинство. Причем, как вы понимаете, те люди также не придут бесплатно. Значит, а вот эти 2, 3, 4, там, 5 человек, в ближайшее время их фамилии станут известны.